Правда, не указал размер чего. Сейчас будем выяснять. Итак, начинается главный финал. Первый финал чемпионата России по вольной борьбе 2008 года. Джамал Атарсултанов, Москва, ЦСКА. Лапазан Аскербиев, Волгоград, физкультурно-спортивное общество «Россия». Эту схватку обслуживает судейская бригада в составе руководитель ковра, судья международной категории Вячеслав Багаев, Владикавказ. Арбитр на ковре, судья высшей международной категории Убайдулла Асманов, который получил олимпийскую лицензию. Боковой судья, судья международной категории Инал Хаников, Нальчик. Убайдулла Асманов, Махачкала. Первый период досрочно закончился ввиду технического превосходства победой Джамала Атарсултанова. Напоминаем, что финальные встречи, так же как и предварительные, проводятся по формуле. Три периода по 2 минуты с 30 секунд перерыва. Если борец выигрывает подряд, два периода, третий период не проводится.
Однако со счетом 2-0 схватку ведет борец в красном трико Джамал Атарсултанов. Второй период. Джамал Атарсултанов, город Москва, ЦСКА. Ему 21 год. Джамал Атарсултанов, чемпион Европы 2008 года. Тренируется под руководством Амруди Айсултанова и Анатолия Маргиева. Звание чемпиона России завоевывает Джамал Атарсултанов.